Вот такая вот территория мини-гостиницы. Вот он номер один. Вот второй номер. Вот третий номер. Вот там вот еще два больших номера пятиместных. Вот там. Там далеки бассейн, батут, мангал. Вот шезлонги. Вот большая кухня. Столы, стулья, газовая плита, микроволновка, раковины, два холодильника. Вот, над тенем составляет виноград. Вот он, правда, после обильных дождей он немного погнил, как бы. А так как бы все замечательно, хорошо. Вот. На втором этаже эконом-номера. Вот такая вот территория. Вот у нас один номер. Такой вот. Кровати можно составлять как угодно, как удобно, даже так сказать. Просто в некоторых гостиницах запрещают вообще двигать мебель. Ни в коем случае. Вот сплит-система в номере. Телевизор. Вот. В следующем году должна быть плазма уже стоять, потому что в этом году она сгорела как раз. Вот у нас душевая. Раковинка. Туалет. Большое окно, вот такой вот плитка на полу, чтобы можно все что-то разлить. И я чего уронил, быстренько подмести, и удобно. И вот. Вот у нас сплит-система, когда он в котором номере, вот рядышком с фиолетовым. Вот. Большое громадное окно. Вот. Вот такая обстановка внутри. Вот такие пледы выдаются, если прохладно. Вот. Вот у нас сплит-система, столик, также тумба, вот. Двуспальная, 1,60 м кровать такого формата. Вот. И бойлер нагревательный, туалет, душевая и раковина. Здесь висела плазма, просто ее отдали в ремонт. Здесь висит такая плазма 83 диагональ у нее. Вот такой вот плана номер. Три человека помещается, как бы может, если сильно захотеть, все доставить раскладушку или кровать, и он будет превращать в четырехместный, как бы если сильно нужно. Вот. Вот еще один номер. Вот. Вот такой вот номер у нас. Он будет в следующем году перекрашиваться. Сплит-система у нас где-то. Вот, что-то резко с ней наводится. Вот у нас такая кровать 1,40 м на плюс две кровати. Вот, старый садоповский холодильник. Его можно поменять. Вот у нас такой вид из окна сразу же. Вот у нас тут телевизор такой массивный. Тоже душевая комнатка. Вот. Вот. Такой с него вид. Открываешь и вот вдоль двора. Также есть на территории велосипеды. Можно брать. Если быстро куда-то приехать бесплатно, так если надолго куда-то кататься, в аренду можно. Цены ниже рынка, намного. Арендаторов, которые за такие деньги ломят, что думаешь, за 5 дней новый велосипед проще купить. Вот кухня. Вот такая вот. Такая буквой Г. Столешница. Раз рукомойник. Газовая печка. Думаю, еще рукомойник. И тут должна была быть еще одна газовая печка. Но ее как бы достаточно в этом году было. Это был бы перебор, ее бы восстановили. Вот тут холодильник один. Холодильник второй. Холодильник третий. Правда, вот этот, который посередине, он не рабочий пока месяц. Вот, есть стиральная машинка. Вот. Места предостаточно.
35 квадратов поликарбонат. Так что вот здесь еще одна беседка небольшая. Вот тут вот беседочка, если там не хватает места, или где посидеть у Дениса. Также есть второй этаж. Такой двор. Здесь ворота для въезда. Также иногда мы их открываем, чтобы можно заходить спокойно было, чтобы не обходить через калитку. Вот такие вот ступеньки. Вот. Поднимаемся вверх. Здесь очень прохладно, прямо скажу. Продуваемая веранда, полноценная, потому что крыша не напекает. Нет такого. Вот. Садовский холодильник небольшой. Телевизор, раковина, стол. Ну, это эконом номера. Вот, кровать. После дождя просушивается она. Поливного ливня. Вот. Плиточки на потолку. Вот второй номер здесь. Еще. Это у нас трехместный номер. Это у нас двухместный номер. Вот это у нас четырех, но легко заставить пятую кровать. И прям пятая кровать даже встанет. Потому что раз, два, три, четыре кровати. Вот сюда пятая стоит. В каждом номере по вентилятору, по вешалочкам. Если прохладно, даже выдаем масло на радиатор. Вот, и на этой же территории. Вот. Туалет. Общий. Душ. Вот. Это вид с второго этажа. Шезлонги, бассейн, батут. Все для всех деток. И детская площадка там. Вот. Как бы и для эконом номеров, и для люксов, для всех. Вот. А тут получается у нас большой орех. Затеняет, плюс еще дает ширму, что тебя никто не видит. Тебе как бы и есть. Можешь посмотреть. Вот. Вот так. Вот он, виноград у нас. Так что такие вот условия. Кому понравилось, пишите, звоните. Можете ставить комментарии. Можете приезжать к нам на отдых. Поселок Кучуры, улица Рабочая, 72.